мы летим на море! Зачем мы сюда прилетели? Как это затем? Затем, чтобы... Да я и сам уже забыл. Друзья мои любознательные, что же вы там искали в ночи? Мы искали цветок папоротника. Да ничего такого. Цветок папоротника? Зачем он вам, простите? Крош сказал, что тот, кто раз в год темной ночью его найдет... Молчи! Тому откроются все тайны, знания и клады. Понятно. Ну, а как же вы его искали? Ну, мы работали командой. Использовали специальное оборудование и передовые технологии. Энергию землетрясения, видимо. Вы позволите? Так. Где же он? Кто? Нормальный поисковик. А я что, плохой поисковик? Да я про другое. Поисковая система, друзья мои. Вы что, дикари? Обожаю этот момент. Отлично! Теперь можно найти все, что нужно. И мгновенно. Все-все? Ну да. Ну, например... Как найти цветок папоротника? Как найти цветок папоротника? Так, и узнаем... Что узнаем? Что? Что? Что это легенда. Его не существует. Ёлки-иголки. Я так и думал. Значит, все зря? Значит, никаких кладов и знаний. Да что вы, напротив. Вместо того, чтобы искать что-то несуществующее, вы теперь можете прикоснуться ко всем знаниям мира. Это ли не клад? Разрешите. Например, какая скорость света, а? А какое будущее у искусственного интеллекта? Или... Ну-ка дай! Сколько нужно есть морковки, чтобы стать оранжевым? И даже это. Что такое? Да я же умею летать, Пин! У меня даже приглашение есть! Они меня приглашают на конкурс пилотов!
Ну, это, наверное, есть какая-то шутка. Спам! Мне такой тоже иногда приходит. Да нет же, все настоящее, но я начинающая. Мне еще надо немного потренироваться. Да ну, зачем фройлан летать? Они меня приглашают! Я могу стать первой в мире свинкой пилотом! Извини, ничего не слышу! А ты да! Пин! Пин! Научи меня! Нюшенька, ты чего так кричишь? Чему научить? Мне нужно подготовиться. А, готовить? Так этому Пин тебя не научит. А я смогу. Да нет, у меня вот. О, ничего себе. О, ты знаешь, неплохая модель. Но у меня не хуже. 2 килопикселя. Так вот, готовить. Ищем, например, кулинарные курсы. Кулинарные курсы. Enter. Надо только почитать отзывы. Мало ли чего. Спросить бывших учеников и выбрать нужные. Вуаля! Ой, любопытно. А там же, наверное, не только кулинарные, но и летные можно найти курсы. Да любые! Но летные-то нам не нужны. А вот готовить... Готовить, ага. Именно так я научилась, к примеру, готовить воздушное суфле. Воздушное. Все чуть не летали от восторга. Летали? Отлично! Большое спасибо! Да не за что, моя дорогая! Заходи! Пока шеварим вместе. Вас издаст! Куда он пропал? Куда он пропал? Доброе утро, Пин. Что-то потерял? Я в последнее время всем помогаю что-то найти. Да самолет пропал! А под диваном смотрел? Я не понимаю, кому он мог понадобиться? Что это? Письмо? Опять спам? Нюша, примите наши поздравления! Вас издать! И несколько слов для наших зрителей! Ой, все так неожиданно! Я хочу поблагодарить тех, без кого моя победа никогда бы не состоялась! Спасибо Пину за то, что он одолжил мне самолет! И, конечно, Савуни за то, что показала мне, как найти путь к победе! Что бы я без них делала? А вот это? Ну! А это не одно и то же. Да ты что? Это же лучшие хиты Рокси Квинс. Ничего ты, Табараш, в музыке не понимаешь. О чем с тобой говорить? Ой. Ля, ля, ля. Привет, Карыч. Никто лучше тебя не разбирается в музыке, ведь так? Дружище, ты обратился по адресу. Один мой друг хочет удивить другого друга музыкальными познаниями. Ты не знаешь чего-то, ну, в духе... Дружище, мне кажется, ты ошибся. Это не музыка. Это Копатыч так забор заколачивает. Да нет же, это самый модный... Бараш, послушай моего совета. Если твой друг хочет кого-то поразить тонкостью музыкального вкуса, ему надо обратиться к классике. Зажглися вечерние звезды и месяц такой молодой. Ты мне улыбнулась,
Что-то я не уверен. А что это? Новая песня Рокси Квинс. Послушайте прямо сейчас. Спасибо, Карочка, ты абсолютно прав. Классика лучше всего. Мне пора. Всегда пожалуйста, дружище. Кстати, Нюша, а ты слышала, вышла новая песня Рокси Квинс? Новая? Ага. И я подумал, ну вдруг ты захочешь послушать. Вот он зашел. Конечно, конечно, а где? Ой! Зажглись вечерний. Это не то! Это Чарыч! Ну это же. Это лучшая песня Рокси Квинс. Пусть все переменится. Ты зря сомневаешься. Я тебя сейчас приведу на такую поляну. Там такая земляника. Ты такой никогда не ел. И не поешь, если не будешь перенимать опыт старших. Да что ты домыщешь в этой своей коробочке? Где находится земляничная поляна? Вот. Тебе это не пригодится, а только будет отвлекать. За мной! О, добрый день, Савунья. Не подержишь коробочку? Добрый, коробочку? Пошли, пошли. Не отставай! Вот, ежик, опыт – это самое главное. Идем, идем. Иду. Думаешь, твоя коробочка рассказала бы тебе про все тропы? Нет, тут нужен опыт. А то шаг влево, шаг вправо и... Никто, кроме опытного следопыта, тебе не расскажет, как должно звучать то самое дерево, от которого надо отсчитать нужное количество шагов. Добрый день. Вот видишь, раз, два, три, кочки, мы почти пришли. А как же предыдущие 73? Не, это были не те кочки. А? Это где-то тут, где живет старый светлячок. Нет, кажется, мы все-таки заблудились. Нет, на месте. Вон, светлячок. Какой упитанный светлячок. А, вот вы где. А я тут землянички нашла. Но как? Ну, вы же мне сами дали коробочку подержать. Ну, да. Ну что ж, отличный день. Прекрасная компания. Земляника собрана, можно и домой.
я, кстати, там прошивку обновила. В целом мало что поменялось, но есть пара новых штук. Мой. Что? Что случилось? Как хорошо, что вы не спите. Прямо над нами, в плотных слоях атмосферы, начнется настоящий фейерверк из падающих звезд. Помните, я вам рассказывал? Пин. Лосяш, ночью я спать. Никого нет дома. От вас, коллега, я такого не ожидал. Будьте здоровы. Лосяш! Лосяш! Просыпайся! Еще 5 минуточек. Что случилось? Я не знаю. Я проснулся с утра, а холодильник все капут, не работает. Как я буду ночью спать? И не надо ночью спать. Взгляните на это с другой стороны. Теперь вы можете наконец-то насладиться красотой уникального природного явления. Вот посмотрите. Звездопад. О, отлично! Холодильник! Нет, смотреть звездопад. Найн! Холодильник! Звездопад! Холодильник! Звездопад! Холодильник! Друг мой! У вас какая-то навязчивая идея. У меня правильная идея. Купить холодильник. Быстро! А? А? Вас издаст. Какой-то он неправильный. Зачем дверь прозрачный? А, чтобы я видеть, что в холодильник. Чтобы кто-то смотрел на меня в холодильник. Может быть, это потому, что частицы вещества в плотных слоях атмосферы нагреваются так сильно, что их свет долетает и до нас. Но чтобы наблюдать это во всей красе, нужно оказаться в правильном месте и в правильное время. И в правильный холодильник.